Хей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Fallen Angel. Angel. Fallen Angel, падший ангел. Короче, мы в прошлой серии убили какой-то никчемного босса. Вообще ни о чем. Так, мы в какой-то пустыне. Пески древних. Что-то, мне кажется, я сюда очень рано, да, пришел? Просто как-то тут телепорты странно расположены. Короче, нам... Тут-тун. Мы поверху еще не ходили с вами. А, подожди, я же могу тогда... Между магией могу просто переключаться, да и все. И все. Нет, нету хилки. Не, ударная волна все равно наносит им урон. Норм. Если я так смогу магию юзать, это идеально. Так, хилка. Короче, используем. Просто с одного... О, еще одна. Неплохо. Куда мы поехали? Что-то мне не нравится, куда я приехал. Очень не нравится. Когда я наконец дошел до поля боя, Урил выжег землю до самой корней. Моему воинству было негде укрыться. Это было нечестно. Нифига, мы за деревья прятались. Боевые перчатки из зелота. Сделаны из сплава, который прочнее чугуна. И при этом достаточно лег, чтобы... Отбивать удар, вот бы мне его рецепт. Ага. Ну я типа могу просто дальними атаками его атаковать. Типа кто мне сказал, что я должен к нему подходить, так ведь? Я могу использовать ульту, но я не хочу. Хотя ладно. Первый ключ безумно. В смысле? Кольцо безумного царя. А, я думал, первый, именно первая часть. Лишает действия предмета, связанного с лечением. Восстанавливает здоровье в размере 10% наносимого урона. Ну я хилиться не могу, нафиг оно мне надо.
Посчитать это как босса? Не. Сорян, но нет. Почему я не могу его посчитать как босса? Потому что... Плюс он никак не представился, ничего такого. Блин, и куснули ж меня все-таки, зараза. Ладно. Не, могу, конечно, баловаться с помощью... С помощью хила. Так, сферу исцеления дали, это хорошо. Ульту можно собрать сейчас будет. Ключ. Левый ключ безумно... Не, все-таки эти ключи нужны. Первый ключ безумного к царям. Открывает ворота в колыбели человечества. Левый ключ безумного. А, правый и левый. Все, два ключа, которые мне нужны, я взял. Это у нас типа лабиринта. Надеюсь, ограничений у меня нету по количеству сфер. Я не знаю, куда идти. Воу. Ты чё, офигел? Нужно смотреть, тут, скорее всего, будет прокачка. Ау. Видите, не прокачка, зато деньги нашел. Главное запоминать, куда иду. Так, там обелиск с прокачкой. Апперкот у меня только. Ну что, у меня варианты есть. У меня вариков нету. Вот это хорошая, типа, стратегия. И чисто магии. Используем пламя, а враги взлетают. Быстро подбегаем, ставим ловушку. Пока они поднимутся, они взрываются снова. Так, окей. Осталось найти выход, куда мне нужно вообще идти. Походу сюда. Cradle of Man. А, да ладно, то была не обязательная пещера, оказывается. Ну, если так, давайте... Мы тогда с вами на этом закончим. В следующей серии
Ну да, ну пускай, ладно, это будет боссом. Птица. Мне интересно, как сохраняться? Или мне только в таверну нужно идти, чтобы сохраниться? Походу только в таверну. Давайте сохранюсь, сбегаю. Ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 опасно, опасно. А не, смотрите, и так сохраняется. Так, ну, в принципе, нам следующая только дорога. Я вот не понимаю, вот тут-то, где проход. Давайте я еще в сады сбегаю перед вот этим фонтаном. Там что-то поищу, если найду, то пойдем туда. А сейчас я с вами на этом попрощаюсь, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.